Отборочные выступления начались 15 ноября. Больше 100 номеров в самых разнообразных жанрах и стилистиках. Каждая из делегаций выбрала лучших артистов и, конечно же, постаралась удивить брянского зрителя. Потому что это международный конкурс. Это уже престижно, потому что Брянск смог провести такой достойный фестиваль и конкурс между исполнителями. И все стараются привести самое-самое лучшее, выпрыгнуть из кожи, чтобы только привести очень хорошие, достойные номера. Чернигов, Житомир, Минск, Могилев, Гомель, Калуга, Курск и Орел. За время отборочного цикла конкурсанты не только смогли себя показать и других посмотреть, но еще и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом и пригласить своих коллег на аналогичные мероприятия к себе в гости. Несмотря на политику, это ли не доказательство тесной дружбы народов? Фестиваль привлекает тем, что это новое знакомство, новые друзья, обмен опытом. Потому что приезжают ребята с разных стран, с разных университетов. Это здорово. Это здорово, когда все мы вместе. Беларусь, Россия, Украина, Приднестровье. Это хорошо. Фестиваль — это всегда хорошо. А вот оценивала представленные номера строгое, но справедливое жюри, целиком состоящее из брянских работников культуры. Как уверяют судьи фестиваля, в каждой из четырех номинаций, будь то студенческий театр, вокал, хореография или оригинальный жанр, везде были жаркие дебаты. Поэтому и победные места иногда пришлось делить на две или даже три команды. Жюри иногда выделяло несколько мест одновременно. То есть настолько хороши были в своем мастерстве исполнители, что невозможно было только выделить одно первое, одно второе, одно третье. Но были и варианты, когда не присуждалось первое место. Были вариации, когда жюри, имеет она на это право, присуждало специальные призы. Из года в год это мероприятие растет и в географическом плане, и в плане профессиональном. Становится престижным приезжать в Брянск для участия в фестивале. Мы вместе, а значит, частных победителей нет. Скорее, каждый год это наша общая победа и наш общий праздник. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дождливые серебряные нити. Хотя, куда ж без победителей. В этом году лауреатами фестиваля в общем зачете стали. Третьими – ребята из Курской сельхозакадемии. Вторыми – творческий коллектив Белорусского государственного технического университета. Ну а гран-при досталось студентам Черниговского государственного технического университета. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди гривны серебряные. Виталий Угримов, Аристарх Никитин. События. Брянск.